у 10 сантиметров ширины, да. Да, да. Владислава Уразова. Стоять. Как вчера она сразу, она вы обратили внимание, да, руки поставила, одна практически... Скосила ее же немножко. Но съехала с бревна. Вторично она точно эту же ошибку повторяет, что в многоборье. Да, вот, да, вот эта связка была, я за ней же внимательно слежу. Ну, за ней и за всеми, просто очень уважительно ко всем. Да, конечно же, обидно сразу на первой акробатической связке и падение. И дальше какая, смотрите, плавная, красивая работа идет, совершенно держаться. Ах, к сожалению, еще одно падение. Вот, обидно. Сколько раз я повторяю, этот снаряд, который не подвергается никакому прогнозу. Тут элемент тоже вот красивый. Она сумасшедше умеет красиво и мощно работать на этом снаряде. А вот смотрите, когда... повороты какие. Да шикарно. Ах, прекрасно шикарный. Доехала. И еще раз вам, пожалуйста, чтобы вы убедили, что я умею. 720. Она так ответила. Ну, уже с перерывом был. А дальше. Вы смотрите, и пластика присутствует, амплитуда присутствует, смелость есть, правильность техники есть. Чего, говорят, в супе не хватает? Чего? Вот она дрогнула. Нервы. Знаете, она в первой линии только влетает на бревно, уже немного ее скосило, и, естественно, последствия... Ну и отличный соскок, 2,5 винта стандартный.